прием Андрея Сурмачевского, атака и блок. Вот, и это, и тогда у нас все будет хорошо, если Андрей не забудет прийти на игру, и все будет супер. Когда это блок? Я просто так. Довольно-таки неплохо. Опять же, дело привычки. В принципе, когда погружен в работу, даже не замечаешь. Ну и времени тоже хватает восстановиться. Достаточно выходных, восстановительных процедур. Поэтому, ну, нормально, ну, да? Да, ну здесь я тоже скажу, тоже, мне кажется, уже дело привычки. Как бы мы постоянно находимся в таком ритме, что да, когда-то, может быть, игр чуть чаще, когда-то их чуть меньше, к этому привыкаешь, вот, и поэтому, не знаю, состояние, скажем так, рабочее, находимся в рабочем состоянии, занимаемся в зале, в тренажерном, делаем новые программы, то есть ищем свои идеальные физические кондиции и готовимся к ним. Пиковое состояние еще не достигнуто, то есть мы сейчас ведем подготовку так, чтобы ближе уже к самому концу быть на пике формы, так скажем, и там уже показать свой лучший результат и лучшую свою подготовку. Мы как готовимся, так и готовимся. У нас там говорят, вот мы делаем такую работу, чтобы потом быть на пике. Ну, наверное, так и будет, раз нам тренера обещают, так что, наверное, будем. Мы там просто тренируемся и там. Это нужно делать осознанно. Осознанно, да, главное подходить к работе. И потом, наверное, в какой-то момент на пик и выйдем сами по себе. Что-нибудь такое. Осталось 3 игры чемпионата, начинается самое-самое интересное, плей-офф, игры на вылет. Поэтому, мне кажется, с точки зрения ментальности, наоборот, какой-то некий задор появляется еще больше. Чтобы пик вот подошел на плей-офф, и мы раскрылись, вот с этого момента ждали. Вот, и как-то так, мне кажется, нет. Наоборот, только интерес усиливается. Это из-за спортивной такой составляющей, то, что игры на вылет. Выиграли, мы повеселились тогда в клубок, поехали в Оренбург. Все как бы понимали то, что это игра перед Новым годом, это все еще игра чемпионата идет в таблицу, поэтому нужно
как хочешь, не хочешь, там встретить уже Новый год, еще плюс после победы в Кубке, нужно как-то выйти на площадку и все-таки показать игру, и уже вот после этого уйти в какой-то там короткий этот отпуск, несколько дней, и все. Поэтому как-то в тот момент старались быть собранными, чтобы где-то не накосячить по пути в этот мини-отпуск небольшой. Я даже не помню уже там, что было. Это база, просто база. Да, неплохой матч. Также хотелось, да, как Илюха сказал, хотелось завершить этот тот год на хорошей ноте и уйти там и уйти в этот мини-отпуск с хорошим настроением. Ждем хорошей игры, хорошего противостояния. А мыслями мы только на пока только на этот матч. Что будет дальше, это уже потом будем с этим разбираться. Поэтому ждем крутого, классного матча. Мы решаем, наверное, свои задачи в данный момент. Оренбург какие-то свои. У нас там есть свои какие-то задания от наших коучей. Сказал специально, чтобы не перепутать, где ставить ударение в этом слове на русском. Вот, они там что-то для нас подготовили, какие-то будут задания. Хочется, на самом деле, понять дело, интересной игры, какое-то противостояние, чтобы получилось интересно всем игрокам и зрителям. Вот, поэтому надеемся, то, что будет круто, но при этом мы выполняем там свои какие-то задачи, там, тренеры, все это не получилось. Подготовили для вас там какие-то финтиплюшки, вот, посмотрим, что они нам скажут и узнаем. Мы постараемся их как бы выполнить, чтобы там потом какой-то подарочек получить, вот. У нас бесплатные эти входы для девушек, поэтому приходите. Там вроде, насколько я знаю, в кассе центра волейбола бесплатные билеты. Если вы захотите вдруг провести 8 марта, если у вас нет второй половины в окружении игры спортивных мужчин, то приходите бесплатно, почему нет? Илюха взял на себя весь удар. Приходите, будем вас ждать. Зенит Казань. В центре волейбола.